Сертификат гида, экскурсовода и переводчика получили в Центре народных и художественных промыслов в Махачкале. Все соискатели прошли двухнедельный курс обучения в филиале Российского университета туризма и сервиса в Махачкале. Подготовка проходила на базе общенациональной системы. Заявки на участие в программе подавали 37 человек. Это сотрудники администрации, индивидуальные предприниматели, работающие в сфере туризма, и сотрудники туристических предприятий. По итогам курсов сертификаты получили 22 человека. – В торжественной обстановке их вручала временно исполняющая обязанности Минтуризма Дагестана Рабият Закавова. Молодцы, на финише. В феврале месяце будет у вас аттестация, да, я так понимаю. И 21 февраля, в день экскурсоводов, мы хотим это мероприятие завершить. Два этапа – это обучение и формирование единого реестра экскурсоводов в Республике Дагестан. Как отметила Рабият Закавова, хороший гид способен составить 50% впечатления от посещения региона. В последующем все специалисты будут занесены в реестр экскурсоводов Минтуризма Дагестана. Роль и значение этих семинаров, этих курсов, это невозможно переоценить. Потому что все туристы, все лица, которые хотят обозреть Дагестан, они нуждаются в достоверной информации, компетентных экскурсоводах.